так. Некоторые люди, пользователи, хотели бы иметь другой шланг или съемный шланг. Как это сделать с моим регулятором? Используя старый шланг и пару деталей дополнительных. Так, ослабляем вот эту гайку. Скручиваем шланг полностью с регулятора. Внутри остается резиночка. Затем разбираем переднюю часть шланга. Держим вот эту вот гайку и ключиком скручиваем аккуратно. Коннектор. После чего скручиваем сам коннектор. Сам коннектор в сборе с клапаном и пружинкой. Заодно можно проинспектировать их состояние. Берем вот такие две детали. То есть другая гайка. Вставная часть, которая делается взамен той части, которая на шланге. Накручиваем до упора. Надеваем резиночку. И, собственно, накручиваем гайку. Зажимая резинку. Теперь все, что получилось в сборе, вкручиваем в регулятор. Можно использовать ключ. Ну так, разумно. Все. Регулятор с коннектором, к которому можно подключать другие шланги. Ну, например, там какой-нибудь SFR. Сейчас у меня его нет. Здесь, в мастерской. Ну, собственно, вот так вот. Все. Имеем коннектор. Теперь восстановим все назад. Откручиваем. Скручиваем гайку. Аккуратненько выкручиваем все потроха. Оставляем внутри клапан с пружинкой. Вкручиваем до упора на место. Придерживая коннектор, затягиваем гайку. Все. Шланг готов. Ну и прикручиваю назад. То есть все, что нам требуется, фиксируем гайку от прокручивания. Все, что нам требуется, это вот эта деталь, гайка. Она толще, чем та, которая стоит на коннекторе. Ну и резиночка. Все.